В Бердске назначен новый директор комбината бытовых услуг. Об этом сегодня рассказали на еженедельном аппаратном совещании в городской администрации. С сегодняшнего дня официально назначен на должность директора МУБКБУ Бердска Владимир Воспанчук. Напомним, что 27 марта Александр Кожин, который возглавлял предприятие несколько лет, написал заявление на увольнение по собственному желанию. Сегодня на аппаратном совещании в администрации города Евгений Шестернин рассказал о новом управленце. Коллективу был представлен новый руководитель, 77-го года рождения, проживает в Новосибирске, жена, трое детей, имеет высшее образование, закончил государственный технический университет, имеет высшее образование по техническим финансовым специальностям, в частности, окончил факультет бизнеса, финансы и кредит. В 2011 году прошел президентскую программу подготовки руководителей народного хозяйства, имеет опыт работы в проектах строительных организаций, финансах, кредитах, а также по привлечению инвестиционных проектов. До сегодняшнего дня являлся генеральным директором управляющей компании ДВК. Как отметил глава Бердска, перед новым директором комбината бытовых услуг поставлены такие задачи, как финансовое оздоровление предприятия, устранение необходимости дотационной поддержки за счет местного и областного бюджетов, плановые замены изношенных сетей и объективная проверка всех видов задолженностей перед контрагентами и, конечно же, принятие мер по их погашению. В ближайшее время новый руководитель МУБКБУ будет представлен общественности.